Короткий путь закрыт. В нашу редакцию обратились жители Элеваторной горы. По их словам, старый мост с поселка Зябь закрыли, а он значительно сокращал им путь. Рядом находится другой мост, но в этом случае приходится много обходить, жалуются они. В проблеме разбиралась Яна Вальдю. Этот мост – это самый краткий путь до Элеваторной горы. Именно так говорят местные жители. Несмотря на то, что проход заварили, челнинцы продолжают перелезать и идти по нему. По этому мосту ходит и Николай Иванов. По словам мужчины, его построили около 40 лет назад. И это самый короткий путь с поселка Зябь до его дома, утверждает он. Ходить по новому мосту неудобно. Маршрут увеличивается в несколько раз. Это же вообще в обратную сторону. Зачем, если у меня дом вот здесь, я пойду 2 километра лишних крюка давать? Зачем? Это невыгодно и неудобно. Так что мы все ходим здесь. Даже вот сейчас люди идут, хоть его и закрыли, и они пойдут туда, все равно все перелезают и ходят. Не хотят подниматься по новому мосту и многие другие жители Элеваторной горы. По их словам, лестница слишком крутая, особенно для пожилых людей. Мы гуляем там часто, он наоборот самый удобный. Не все здесь могут подниматься, особенно бабулькам тяжело. Мне кажется, так проще. Ну и к речке спускаются люди. Так что... Я считаю, что должен быть. Мы вообще расстроились, что его закрыли. Ну, люди в установку идти вон, а сколько надо. А тут ближе, поэтому ходят. Часть здесь живет. И надо, если здесь живут, надо обходить вон полгоры. А некоторые здесь живут, они через старый этот маленький мост ходили. Все правильно, надо ремонтировать его. Другая часть жителей Элеваторной горы сомневается в надежности старого моста, поэтому ходят по-новому. Как поставили новый мост, я там ни разу больше не ходила. А здесь мне очень нравится. За ним всегда, в общем-то, ухаживают. Всегда здесь не скользко, нормально. Я люблю этот мост. Когда не было нового моста, я тоже пользовалась старым мостом. Когда построили новый мост, мне стало ближе ходить с нового моста. Поэтому я перешла на новый мост, а кому-то так и остался нужен старый. В администрации города пояснили, что старый мост находится в предаварийном состоянии и закрыт на ремонт до конца текущего года. Работы будут вестись сотрудниками предприятия автодорог. До их окончания жителям рекомендуют пользоваться другим мостом. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны.